Дом на Самарской 192 построили в 1903 году, но несмотря на это, он по-прежнему пригоден для жилья и является украшением Ленинского района Самары. Заявление на признание дома аварийным поступило от одного из собственников квартир. В одночасье жильцы забили тревогу, но их опасения не подтвердились. Жителями встречались и управляющий микрорайон, и депутат округа, и лично я встречалась с жителями, где все объясняли, предоставили техническое заключение, результаты технического заключения, выводы, которые там прописаны. Поэтому совершенно непонятно вот те слухи негативные, которые возникли на фоне этой ситуации. Такое впечатление, что действительно за этим скрываются чьи-то интересы, и жители специально негативно настраивали, выплеснули все это в публичную плоскость совершенно без оснований. По решению межведомственной комиссии, на которой присутствовали все жильцы, вопрос о признании дома аварийным закрыли окончательно. Я думаю, должен восторжествовать здравый смысл, и комиссия должна принять решение. На мой взгляд, это по пункту 2. Это не признавать дом аварийным, но ходатайствовать о проведении капитального ремонта в этом доме. Могу сказать, изучив техническое обследование, могу сказать, что об аварийности речи не идет. То есть оно подлежит капитальному ремонту, это здание. Возможно, там провести капитальный ремонт и жить прекрасно дальше. Местные жители остались довольны решением комиссии. Решением сегодняшней комиссии я абсолютно удовлетворен, так как я полгода назад приобрел в данном доме квартиру. Непосредственно я долго выбирал, смотрел. Квартира была взята в ипотеку. Нам очень повезло, что мы все жильцы сплотились еще больше. У нас очень дружный дом и так, в принципе, но мы сплотились еще больше и прям одной силой пошли на защиту нашего дома. Я очень рада, что это оказалось действенным. Решение, которое приняли члены комиссии, позволит сохранить жилой дом в надлежащем состоянии, а жильцы и собственники квартир будут чувствовать себя в безопасности. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События.